Смотрели и не понимали, как такое может быть, как на таких столах играть, затянутые, неприемистые, сложные. Кузьмин, Мадаминов показывали не самую хорошую игру, а сейчас. Ну, поглядите, серийность бешеная. Вопрос функциональной готовности. У Влада она, кажется, пока что повыше. Это уже третья ошибка в атаке от Иосифа Абрамова. Но вкус забитых шаров уже почувствовал.